На страже противопожарной защиты в Люберецком округе работает один из крупнейших производителей огнезащитных составов. Уникальное предприятие в Краскове посетил глава округа Владимир Ружицкий. Вот он скучивается, а потом берем просто. Счищаем, и там видим, что структура дерева не меняется. Несколько слоев. Огнезащитный лак и краска для дерева и металла, противопожарные штукатурные смеси и огнебиопропитки. Более 17 лет продукция Машковского завода покрытий и красок защищает от огня объекты энергетической, авиационной, космической, химической, нефтегазовой и других отраслей. Завод выпускает более 20 наименований товаров по собственной рецептуре. Все краски, все составы противопожарные, которые выпускаются на нашем предприятии, разработаны нашей научно-исследовательской лабораторией. Все наши сотрудники по специальности химики, поэтому все составы разработаны нашими сотрудниками. Покрытия, производимые предприятием, защищают от пожаров не только промышленные, но и социальные объекты. В этом году к таким добавились временные госпитали для лечения больных коронавирусом, чтобы обеспечить быстрое строительство лечебниц в пиковые периоды. Завод работал в увеличенную смену без выходных. Они не только сохранили коллектив, не только сохранились как предприятие, они даже нарастили объемы, потому что спрос на их продукцию сегодня существует и востребован. Поэтому мне хотелось бы пожелать дальнейших успехов коллективу. Понятно, что времена непростые, но я хотел бы, чтобы у них все получалось. На Машковском заводе трудится 104 специалиста. Из них 47 непосредственно задействованы в производстве. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.